В селе Бахмут Куюргазинского района при сельском доме культуры более 8 лет существует народный ансамбль с истинно народным названием «Вечерка». Созданный по инициативе сельчан, он часто радует земляков выступлениями. Раз в год «Вечерка» организует особую встречу со своими почитателями – итоговый концерт. Участникам коллектива на сегодняшний день их 9 человек за 60, но это является лишь стимулом к творчеству и общению с публикой. Выступление мне дает заряд молодости. Я живу одна. Скучно сидеть дома, дети все разлетелись. Придешь сюда, такое настроение поднимается, поговорим, повеселимся. Ну, в общем, большой заряд. Единственный мужчина в ансамбле, Михаил Оборин, в самодеятельности с 1961 года. Петь он начал еще будучи подростком. Был такой ансамбль мальчиков. Вот там я начал сольную свою карьеру. Был солистом в ансамбле. И до сих пор помню, что «Прощёрса» пели, шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем, командир полка. Вот это я запевал, а ребята подпевали. Несмотря на то, что главное для артистов – это песни и возможность общения, количество публики в зале и ее реакция – немаловажный фактор для творчества. Когда зал полон, приятно, да. Когда нас встречают, когда нам хлопают. Говорят нам комплименты, молодцы. К сожалению, публика в этот раз не оправдала надежд коллектива. Но те зрители, которые присутствовали в зале, получили истинное наслаждение от русской песни. Спасибо вам огромное за то, что вы вот так душой относитесь к нашему населению. Поете, отдаете себе. Да, но песни. Бог вам дал талант, но вы его не жалеете, вы его отдаете людям. Спасибо вам огромное. Участниками концерта стали и артисты районного дворца культуры «Молодость» села Ермолаева, порадовавшие зрителей современными песнями и шлягерами 80-х. Программа получилась на любой вкус. Безусловно, те жители села Бахмут, особенно молодежь, которые жалуются на отсутствие культурных мероприятий на селе, пропустили встречу с прекрасным. А по мнению участников народного ансамбля «Вечерка», именно песня – душа и основа жизни на селе.